Ребятки, доброе утро всем. Отличная сегодня погода, 11 градусов тепла. Так. Сегодня у нас 1 апреля, а это значит, что сегодня у нас выходит очередная серия дрифт-контейнера. И это уже третья серия второго сезона. Кто не смотрел предыдущие сезоны или предыдущие серии, переходите ко мне на канал, вбивайте в YouTube в поиске дрифт-контейнер и смотрите. Сейчас уже тизерок, кстати, закину. По третьему. Очень интересная серия. Мне же самому понравилось. Очень много технической информации по подвеске, по вывороту, по марку. Так что давайте. Готовьтесь, сегодня где-то к обеду уже загружу. Загрузится она на канал. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth on my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. Scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Вот такой школьный автомобиль. Set sail through the world in the name of trust. Hard work and the crux that it made in us. About to bust on my veins full of gold dust. The 1985 California gold rush. In the spine plus the flesh that it holds up. I'm out for mines and my wolves got it sewn up. One crow, one eagle on my shoulders. And my eyes hold the light that approaches. Так, ребятки, ну что, серия дрифт-контейнера уже на канале, свайпайте вверх, смотрите, ставьте лайки, можете даже дизлайки ставить, если не понравится, а максимально интересная, она самая длинная вообще из всего дрифт-контейнера, который у меня выходил на канале. Свайпайте вверх, обязательно подписывайтесь, там нажимайте колокольчики, я еще в YouTube не сильно силен, но очень хочется, чтобы вы вот это все посмотрели и обязательно прокомментировали. Давайте, свайпайте. Так, ну вот тут машина монтаже. И сегодня ездим на Nexon. Готовимся к школе. Ребятки, давайте срочно свайпайте вверх, смотрите дрифт-контейнер и комментируйте обязательно. Подписывайтесь на канал, звоните там в колокольчик, лайкайте, дизлайкайте, ну хоть что-нибудь делайте. Не сидите молча. Ну, колесики упакованы. Еще одно осталось. Надо немножко перекусить. Так вот перемешиваем обедик свой. Так, у нас на сотке тонкие настройки. Немножечко не то, что надо, понастроили. В дрифт-контейнере вот этого нету. То есть нам пришлось 110 рычага не хватило по длине, пришлось на вот этого гуся переваривать наоборот, чтобы вытащить сюда наружу колесо, чтобы не было завала дикого. Ну, точнее, потому что на нем вообще машина не управлялась. Убрали завал и стало лучше. Ну и теперь диапазон регулировки появился. И теншн, короче, кастер я немножко перекрутил. Руль очень жесткий в некоторых моментах, надо немножечко убрать. И мордочку чуть поднять, потому что относительно жопы она низковата. Короче, вот такой план будем сейчас делать. Так, помните вчера вот эту проставочку без четырех шпилек, зафигаченную большим гайковертом? Так вот, пришлось съездить в АДЖС, опять АДЖС выручает, и взять новые проставки и новые гайки, потому что гаечкам тоже пришла хана. Вот видите, вот эти, кстати, гаечки хорошие. На самом деле, у меня на Лаурели они 2 года отходили. И не было проблем. А на марке они почему-то... Из-за того, что, блин, конечно, пистолет надо нормальный брать. Вот, кстати, у меня вот такой вот Works. Отличный, у него небольшая затяжка относительно. Хорошо работает. И вот он оптимально затягивает. А вот батей, которым вчера завернули, блин, аж шпильки он поотрывало. Двигатель RB20DE, и у нас есть уже наши решения, из которых хотим выжать где-то порядка 700 лошадиных сил без
использования турбины. Кто-то скажет, что 700 сил маловато, но вы не забывайте, что это атмосферные силы, и наш мотор мы планируем будет крутиться порядка 14 тысяч оборотов. Поэтому потенциал весь там. И самое важное не силы, самое важное диапазон работы и момент. Close smelling like trees, sticking my earth on my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Вот такой школьный автомобиль. Set sail through the world in the name of trust. Hard work and the crux that it made in us. About to bust on my veins full of gold dust. The 1985 California gold rush. In the spine plus the flesh that it holds up. I'm out for mines and my wolves got it sewn up. One crow, one eagle on my shoulders. And my eyes hold the light that approaches.